Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Приветствую всех телезрителей. Думаю, нас сегодня ожидает отличный матч. Сегодня «Амкар» встречается с ЦСКА. Смотрим состав «Амкара». Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. И смотрим на состав ЦСКА. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Хорен Баграмян! На месте голкипер, все в порядке. От углового флажка ЦСКА введет мяч в игру. Георгий Щенников! Голь. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновала. Сегодняшние гости очень здорово играют в защите. Лучшие показатели в лиге у них. Посмотрим, смогут ли они подтвердить свой высокий класс. Думаю, игра сегодня будет очень напряженной. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Фигор Огуде. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно... Опасно! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Муса. Как думаешь, чего нам ждать от него сегодня? Я вот только одного не могу понять. Как он везде успевает? И в атаку идет, и в защиту успевает возвращаться. Может быть, его на допинг проверить? Бей и выводи команду вперед! Относительно легкий мяч для вратаря. С углового мяч будет введен в игру. Щенников! И мимо бьет. Вроде сделал все как по учебнику, а пробил выше ворот. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Футбол – быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Ионов! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Посмотрим за этой атакой. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Хорен Баграмян. Не удалось ему справиться и с мячом, и с защитником. Будет аут. И в зону атаки мяч переходит. Баграмян! Выходят они вперед в счете. Ну, мне кажется, этот гол назревал. Команда играет здорово и с очень большим преимуществом. Действительно, превосходство одной команды на поле есть, и счет на табло это наглядно демонстрирует. 1-0 в нашей игре. Фигор Огуде. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Муса. Тут может что-то получиться. Ахмед Муса. Момент! Второй вдогоночку. Судья фиксирует взятие ворот. Матч продолжится из центрального круга. Знаешь, показалось, что там был рикошет. По крайней мере, на первый взгляд. Показалось, что мяч после удара все-таки изменил направление. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Бранко Йовичич. Фигор Огуде. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Мяч брошен, не хотят терять ни секунды.
Любим. У нас начался второй тайм, и после первого счет в пользу ЦСКА. Ахмед Муса. Бибрас Надхо. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Мяч летит в сторону ворот. Чуть поточнее бы удар, и можно было увеличивать отрыв. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Фегор Угуде. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Это может быть опасная атака. Отличный навес. Хорен Баграмян. Опасный удар головой, и рядом со штангой пролетает мяч. Бранко Йовичич. Потерял он мяч, но кому он достанется? Хорен Баграмян. Армейцы в атаке. Отличный пас и пробил. Александр Цауни. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Бранко Йовичич. Януш Голь. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Фегор Огуде. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Пока неплохо. Ну что это за игра защитника, а? Забирает мяч голкипер. А неплохо игрок разобрался. Может быть, он думает, что защитник играет за его команду? Баграмян. Муса. Армейцы атакуют. Хороший. Игра в отборе, но... Мяч пока ничей. Мяч за пределами поля, угловой. Впереди еще 10 минут. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Забивать нужно! Вот это спасение! Мяч ушел на угловой. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Удар по воротам. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Это может быть опасно. Нужно забивать. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Вот такие люди сидят на замене. Вышел и забил. Вот такой вышел матч на кураже от первой и до самой последней минуты. Такое впечатление, что вообще играла сегодня только одна команда. Она полностью переиграла своего соперника. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено.
И в зону атаки мяч переходит. Татарь первый на мяче. И как пробил. Да ну. Ну вот и прозвучал финальный.